Более 70% жителей Тасюряха трудятся на предприятиях алмазодобывающей компании, а будет еще больше. Алросагаз создаст рабочие места для населения села. Об этом представители подразделения рассказали на встрече с сельчанами. На общественных слушаниях мы планируем ознакомить жителей, рассказать о нашей работе, о тех мероприятиях, которые планируются, которые направлены на недопущение вреда природе, жителям, те, которые проживают в данном регионе. В поселке работает 11 производственных объектов «Алросагаз». Также строят 3 площадки. Вахтовый поселок, установка комплексной подготовки природного газа, бурят новые скважины на нефтеконденсатном месторождении.